нету белашки языковолосой? Ну что? Нету никого еще? И бомбочку я побью. Ага, хорошо. Ну, сейчас пойду, да я подумаю. Смотрите, какие розочки мне муж подарил. Мелочь, но приятно. Красивая. А где Данька? А я не знаю, где Данька. Вот так. А? Вот палатки. Палатки? Да. Вот, смотри. Ку-ку. А? А ну, помаши рукой. И все с планшетами, и все с телефонами. Вот такая вот игра. Так. Сегодня 8 марта. Еще раз всех с праздником. Мы там жарим шашлыки. Ждем еще гостей. Половина приехала. Половина сейчас еще. Остальные приедут. Сейчас будем праздновать. Шашлычочки. Я одела свои галошечки. Сейчас я вам покажу, что во дворе у нас творится. Смотрите, что во дворе делается. Скорее, скорее, скорее. Муха, что там едут? Видите, вот это что они... Вот это два плана купили. Все разрушили, все нарушили, перегородили нам вот этим... картонным забором, и все. И все бросили. А мы из-за них ничего не можем сделать. Мы не можем ни асфальт постелить, мы не можем им перегородиться нормально. Вот ждем, когда они начнут стройку. Начнут стройку, потом мы начнем асфальтировать, начнем наводить порядок во дворе. А пока что мы ничего не можем делать. Вот это из-за них. Сейчас так, на данный момент. Вот так. Ну что, он, прогорели наши дрова. Мы не успели дожарить. Теперь заново он это палим. Сейчас пойду в дом. Так, жарьте тут, стойте. Пойду там посмотрю, что в доме творится. Я замерзла. Сейчас зайдем, посмотрим. Так, стой. Ну-ка, я зайду погреюсь. Ой, пожарила одну партию, пожарили. Ку-ку. Так, стол потихонечку готовится. А что тут происходит? А что тут происходит? Боже мой! А где Арина? А ну. Боже мой! Дима, боюсь! Боже мой! Ой, я отсюда уйду! Драгани! Ой, божечки! Вот ты и дождался, да? Арину дождался! Никиту! Как твоя голова? Болит? Да так себе. Да ляж полежи. Голова болит у Насти. Ну что вы тут? Смотрите, сколько у нашего Ильи игрушек. Вот это вот все его. Вот это все его. Полный дом игрушек. Ой, моя хорошая. Спасибо. Так. А что здесь, Ань? Сейчас ой, божечки, цветочек аленький. Сейчас посмотрим. А какой у тебя цветок? У меня такой. Такой же. Ой, какие красивые. Ну, как раз вот. А их же потом можно высаживать это, да? Конечно, можно. Да. На грядку потом высадим. Мама, я вот этот не буду высаживать, и он мне будет в комнате стоять. Нет, но он когда цветет, его потом надо высаживать. А, да? Да. Риперша. Так, я, ну что, я, друзья? Фото там, которое нормально. Аня, это что такое? Это рыбные медальоны. Рыбные медальоны. А где твоя рыба соленая? С
Шашлыки. Крабовый салат. Но картошку я в расчет не беру. Так. Грибы жареные, огурчики, помидорчики. Смотрите, какие у меня помидорчики, я сама солю. Очень верченые. И да, да, зайчи, да? Чесноком, щучьи головы, что? И наггетсы. И наггетсы. А, и наггетсы. Так, ну все, друзья. Всем приятного аппетита. Все переживают, что я их снимаю, но я снимаю только их ноги. Приличные ляшечки. Только какие там ляшечки, господи. Только ляшечки. Так что не переживайте. Так, а Настя? А вот Настя что-то у нас приболела. Не хочет. Дети! Ну что, пойдем? Нет, да. Настя! А Настя что-то приболела наша. Не будешь кушать? Ладно. Ладно, сейчас мы сядем, поужинаем. Потом детей. Они пока не хотят, играют в этом. Ну что? Дети хотят играть. Ну все, друзья, всех с праздником. Всем счастья, удачи. А мы будем сейчас кушать шампанское. Сегодня так же. В чем дело? Илюха, давай покушаем и будем гуляться. Все. Очень некрасиво. Я побежал. Отдельно. Все, всем пока-пока. Всем приятного аппетита.